Где? Рассказы Гарика о борьбе военных с опасностями Припяти заинтересовали многих, и вскоре с силами разрозненных групп началось изучение города-призрака. Несмотря на постоянные атаки бойцов «Монолита», сталкеры смогли закрепиться в бывшем лагере военных и теперь совершают оттуда вылазки вглубь города, с каждым разом продвигаясь все дальше. Привет, брат! Слушаю тебя. Привет, брат. Возможно, еще не все. Сначала оружие с рук прибери, тогда и разговор. Тихо! Еще немного подождем. Можно передохнуть маленько.
Слушаю тебя. Привет, брат. Ну, привет. Оружие опустим. Парни, все делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем Черт, целее будем. Как в окопе перед танком. Оружие опусти, мужик. Мужик, ты... Нет, слушай, я не тебя. Хочу, чтобы это имя со мной вот это...
Привет, брат! Привет, брат! Слушай. Ах ты, он у меня, внутри у меня! Привет, брат! Подождем еще, загорайся.
парни, не расслабляемся. Оружие! Мужик, ты оружие-то спрячь. Ну, привет! Слушаю тебя! Привет, брат! Оружие опусти, мужик. Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Время дорого. Рассказывай.
Оружие за спину. Ладушки, поехали!